Мотопробег был по катушке такие недельку назад, я думаю, мы здесь были. Ну, там рыбы какие, видал? Подожди, открой куртку. У тебя место есть тут? Да, есть. Я ему все время говорю, негушипская работает. Так. Ну что, суббота. Наконец-то хорошая погода после 2,5 недель, которые нам подарила дождь. И Кавасаки больше 2 недель вообще с гаража не выкатывал. Не до этого было. Так, ну вот, камера вроде все работает. Все, поехали. Вот это мы. Леха. Вот первый раз, можно сказать, нормально выехал со мной за весь сезон. Вот он упал, теперь все. Наклонять мотоцикл боится. Ну, оно и понятно, у меня бы тоже так было. Мистер Зизер. Так. Типа поехали в достопримечательности смотреть. Да вообще без проблем. Так. Чем мы займемся? Где он? Он что там отстал? Что случилось? Что такое? Езжай. Нормально. Что случилось? Непонятно. На, вон едет. Так, ну что, мы опять в Нижней Саксонии, хотел посмотреть одну достопримечательность. Чуток поближе, ну, мы там были как-то пешком, на мото можно подъехать ближе, посмотреть. Мотопробег был по катушке такие недельку назад, я думаю, мы здесь были. Или... Блин, там стрелка зеленая, а я стормозил. Здесь надо, да, вот она, Паркштрасс. Ты не частенько здесь, здесь много таких улиц, где одностороннее движение. И как бы против шерсти ехать я бы не хотел, потому что это будет дороговато стоить. Так, вон он, замок стоит. Сейчас посмотрим, мы где-нибудь здесь можно будет зайти. Мы как-то год назад тут были с семьей. Там что-то там не работало, и можно было нам вовнутрь зайти, прям посмотреть. Никто нам в этом не мешал. Вот здесь вот стоит везде, остановка запрещена. Там велосипеды стоят, а где мототехнику поставить нам? Мото... Здесь только велосипед... это не парковка, это дорожка для велосипедистов. Сейчас мы где-нибудь здесь в углу его приткнем, мотоцикл. Потому что, ну, я с этой штучкой здесь поаккуратнее. Сейчас только отлучись, какой-нибудь чувак точно придет и штраф залепит. Ну вы уж совсем. Вот здесь пойдет, в уголку поставим. Че, нашел, что искал? А, ты звонишь? Не, я не звонил, у меня музыка играла. Там просто кирпич был, я повернул, я уже забыл. Сейчас пойдем посмотрим, можно будет зайти, нет? Ну пойдем, сейчас увидишь. Я тебе хату новую присмотрел. А ты что там, блин, потерялся? Короче, пока ты эти проводки приэтовал, да? Я шлем открыл. И что? А потом на пути начал закрывать и вот эту оторвал. Какую? А вот эту вот. Ё-моё. В руке ее, короче, держал. И я думаю, сейчас надо где-то остановиться. И ты такой смелый. О, обогнал, поехал вперед. Я думаю, о, поезжай, я остановлюсь. А что она у тебя прям так... Поправил ее, пока поставил на место, да. Поехал ты навстречу. Я тебе так, типа, махнул привет и поехал дальше. Да уже вроде резина ж теплее стало чуть-чуть. Во. Осторожней, по-моему. Да я вижу, ты едешь, он как на велосипеде. Не так доверяю технике.
Да и сколько я уже не езжу, блин, в этом году раза два-три, блин. Так я ехал такими закоулками, что есть возможность потихоньку так его наклоняй. А это что стоит тут, смотри? Что у нас стоит там, машет что-то. Ты знаешь, что здесь прикол в этом парке? Что будет тебе вот этот гулять там вокруг? Там еще еще. Алло. Bitte? Wollt ihr mal ein schönes Schloss sehen? Außer das? Weil wir fahren nach Bahntrup, das ist echt toll. Bahntrup? Ja. Ja. Ja, wir waren da schon gerade unterwegs. Bitte? Wir waren da schon gerade, also vorbeigefahren. Ja, das ist Richtung Viborn liegt das. Das ist also in meinen Augen ein sehr schönes. Also ja. Das kann ich nur empfehlen. Wollen vorbeifahren, Jochen, danke. Ты вообще рыбачил? Рыбачишь, не, в море? Голодные. По-любому голодные. Брат рыбак. Охренеть. Еще рыб больше стало мод. Пойдем посмотрим, можно там зайти, нет? Я сейчас, блин... Такс. Ну-ка. Да, видно. Вода зеленая. Все натурально. Короче, шлёз. Шлёз, как замок. 18 часов закрываются эти двери. Мы здесь были уже с семьей, наверное, год назад. Замки, короче. Ты же хотел достопримечательности посмотреть? Старый замок очень. О, ты что, сфотовал или что? Ну да. Ну-ка покажи, потом мне пришлешь. Ты сегодня, короче, фотограф, а я этот, видеограф. Пойдем, я тебе покажу кое-что. Так, вот здесь вот кирпичик в кирпичик, и ну сколько там лет. Здесь, вот, смотри, прикол. Вахкаман. Здесь они как планировка, да, кирпичик вложили, да? Фуги, никто не смотрел на фуги. И все стоит. Да, это камни. Какой кирпич ты? Тут смотри. Такие камни на века держали. А? Такие камни века держали. Да, это же тебе не кирпич. Ну, смотри. Вон, видишь, ты уже спускаешься вниз, и там уже вода. Смотри, там потолок все ниже и ниже. Там давно... только детям это. Спускаешься? Тут, короче, лестница, они вот не скупились на лестнице. Что-то такое, кладовка. Вообще не скупились. Холодильник. А, ну прикинь, вот это вот. Это либо ловушки были для того, чтобы... Здесь я по-любому, здесь держали кого-нибудь, смотри. Здесь как маленько все. Вот это да. Там очень... Да? Это, видимо, либо решетка здесь стояла. Ну вот здесь, вот смотри, у тебя здесь есть... Видишь, вот здесь вот, с этой стороны. Как будто калитка такая была. Не, ну понятно, да, это камера, здесь кого-то хранили, наверное. Я 1.86 м, мне там уже в полный рост не очень. Вот здесь... Здесь тоже вот такой маленький отдел. Смотри, здесь тут тоже такая интересная коморка. Это, наверное, это одиночка. Пойдем по лестнице. Камень этот, конечно, вечный, это точно. Блин. А сколько этому лет? Надо посмотреть, я сейчас уже не помню. О, смотри, тут сразу выход в огород. Здесь тоже что-то было закрытое. Что, пойдем здесь? О, нифига себе. Ну, здесь и богачи сидели. У тебя сразу здесь вид на парк. Ну-ка, что там внизу? А там внизу у нас... Да. А вот оно озеро. А вот здесь и стрелки стояли по-любому, да? Ну. О, вахмастер. Отсюда сразу видишь, не увидишь, как здесь только. Ну вот их не герб сверху. Не, ну конечно, здесь окна пока почистишь, можно заново начинать. А так я вот смотрел, как у русских этих
уже не один парк такой, да? Он полностью вокруг вот так вот, на все 360 градусов, он полностью водой обмывается со всей этой, чтобы неприступная крепость. Да, там он еще парк, там. Пойдем там еще в другую тут зайдем, там еще одна была. Ну, здесь, конечно, прикольно так, терраса. Там рыбы какие, видал? Да что тут, слушай, тепло становится, когда едешь нормально, сейчас... Ой, какая красавица, смотри. Да, у нее, правда, что-то с рукой проблем. Смотри, у нее даже с ноги. Доктор Эвелин Финкбайнер. Нет, так, конечно. Красотища. О, здесь фонтанчики. Здесь тоже красиво. Кавалерхаус. Вот, короче, дом 1723 года для гостей на улице. Смотри, для гостей домик какой, а? Красота. Да, вот такой вот домик для гостей в парке. А вон у тебя, смотри, там пальмы, блин. Как будто в Африке. Так они здесь круглый год стоят, никуда не деваются. Так они здесь уже привыкли к этому климату, наверное. Вон, смотри, сколько рыбы отсюда видно прям. То, мне кажется, она уже тоже старая, ее есть невозможно, да? 723 года. Если этот домик 1723, то, наверное, этот замок 1500-х каких-нибудь там. Пойдем, надо где-то внизу посмотреть. Там где-то табличка стояла. Там еще один дом, вон, пристройка сзади есть. Вон там. Сегодня день достопримечательности. Но они по-любому здесь есть, и на той стороне тоже есть. Я вот этот план вот этого видел. Он, получается, все всей стороны водой обмывается. Нет, ты мне в домик и сфотай, я сейчас зайду. Давай я зайду, сфотай меня там. Залезу. О, слушай, здесь внутри нормально. Готов? Фоторужье. Тут трещина будет. Да, там уже поздно. Так, ну вот, смотри, там внутри музей целый, да? Да, там все фотографии вон. Ты видал, смотри, камни, видал, с скобами железными, чтобы не разъехались? Там тоже такая, смотри, это тогда, железки-то эти старые уже, там тоже такие скобы. Ну да, они чуть-чуть подделали его по-любому. Самое главное, вот этот грунт, вот эти вот камни, да? И оно еще простоит еще сколько лет, да? Вон птички летают тут, ласточки насрали, засранцы. Ну вот она сейчас нас увидела, застеснялась. Ну вон там, ну. Что думаешь, там яйца будут? О, точно, вон там сверху гнездышко. Ой, там смотри, какие маленькие. Пойдем на той стороне тоже. Ой, смотри, сколько тут еще ласточек, Леха. Ё-моё. Вот он. Тех былых времен. Искусство. Здесь их хватает. Здесь, смотри, тоже такие комнаты. Вот, смотри, Гефегницеллен. Слышь? Вот они, Гефегницеллен. Это, короче, типа тюрьма. Вот, смотри, у тебя кольца сверху вон стоят, на кольца приматывали, сиди. Ну, там темновато что-то и серовато. Здесь вон эти вон, да, вон. Типа тюрьма. Вот здесь у них кольцо наматывали, они сидели тут в углу. Ну, там вон, немного места, да? Ну, иди сюда. Все, говорю, я башку ударюсь. Да какой? Там уже вода стоит. Офигеть. Ну, там тоже вода. Это к сыростью прям чувствуется. Блин, я сразу зашел башкой. Бам. Просто раньше были намного меньше люди ростом. Но здесь я, блин, потому что они шли эти копьями, чтобы не шоркать об потолок. Ну-ка, где тут? Где-нибудь должно стоять, какого года это? Вот здесь тоже тюрьма. Ее закрыли, там бардак. Вот музей. А, вот он, видишь? 1526-1936. Ему уже почти 500 лет. 1910. Здесь так прохладненько, да? Вот этот крестик, это вот местные минеральные воды есть. Тут крест, их не герб, пермонтер. Камни, конечно, лежат. 20 минут später. Ты что, почтовый ящик такой? Можете письма кидать, пожелания. Думаешь? Ну, отсюда? То я думаю, они там сидят с удочками, наверное, рыбачили. Ну, по-любому, блин, ты вот... Если ты там плавать сильно не могли, попробуй к тому-то доползи. Но это и был их, нет, этот фест, там написано было. Фестунг графов, которые вот эти есть у нас вот рядом в деревне. Они здесь, получается, тарились. Вот пенсионеры пришли на прогулку. Национальная, да, тюрьма была? Ну, это скорее это. Что? Так за это, нарушители не ловили, что-то, да? Чего у тебя с поворотник болтается так, Лёх? Ну, потому что он разбитый был, тут весь пластик вообще разбитый. Ну, это не Edge же поворотник? Не, он держит.
Он с этой стороны болтом, а там такая эта пупка, она вот так держит. Но поскольку там все разбито, она болтает. А, там внутри по нему сбился. Сегодня хорошо, народу много, да, ездит. Типа, о. А мы как-то были, что-то на там что-то ворота были закрыты, а сейчас видишь, там гуляешь везде прям все. Просто, мне кажется, знаешь, так для прикола удочку взять просто с крючком. Рыба до того, это ку-ку, она прям на крючок так залезет, наверное. Вы иногда видите, что там блестящее, и это хавает. Постройки здесь местами, это кого старые, то что регион, как напоминающий раз, он не был сильно тронутым здесь наш местный во Второй мировой войне. Как бы из-за этого много есть таких достопримечательностей, которым уже далеко за 300 лет, а то и 500. Вот как сейчас видели вот этот замок, все, конечно, по тем временам вообще, конечно, богато. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Очень красивый регион. Вот поля, все работает, все поделено. В основном все в частных владениях. Конечно, много территории, которые вот лесом, да, на этим графам этим принадлежит. Хитро все сделали. Они потом этот лес перепродают там государству и так далее, или за границу, или своим же. На тракторах тут все это культивируется, сеется, пашется, обрабатывается. Вот, пожалуйста, здесь вот покосили сегодня или вчера. Урожай соберут, потому что на следующей неделе опять обещают погоду, дождь там, все дела. Из-за этого надо будет им собирать, иначе вот это все станет сырое на поле. Magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Девушка. Девушка едет без экипа, но они какие-то у нас бесстрашные. Без экипа едет так себе, красавица. Когда будешь руками тормозить об асфальт, в этот момент начнешь только думать, что, блин, лучше бы я что-нибудь делал.
Бэха семерка. Три семерки номер. Русский точно. Мы еще попали в какой-то базар, что ли, там на той стороне прям палатки всякие стоят. Пишет еще? Да ладно. 12 секунд später. Да, сегодня все, что шевелится, выехал на дорогу. Абсолютно. 2 секунды später. У нас ЧП. Сдох аккумулятор. Но ничего. Сейчас поедем. Возьмем новый. Наверное. Посмотрим, что там к чему. Да-да, сейчас. Прыгай. Ну, кто-то переезд делает на прицепе, он вещи перевозит. Сейчас заем магаз, посмотрим аккумулятор новый. Зелененький. О, забыл закрыть. Проветриваем. Я сам так ехал пару раз, забывал на ЛКВ. Да, светофоры постоянно красные, вообще не везет. Заедем, я фотку сделал, два аккумулятора. Надеюсь, что и магаз открытый. Что? Зеленый, а, вот. На той стороне горел зеленый, у нас нет. Где у них заезд? Здесь, что ли? Ну тут вот так вверх что, а там магазин что-то я не вижу. Ну он где-то мы с той стороны. Будем надеяться, что открыто. Ура! До 4 часов работать. Секунда. Sagen Sie dort gerade unterwegs? Hier, das ist eine Bezeichnung. Oh, Moment. X, ne, JM, TX12. Ja.
muss die füllen. Aha. Ja. Soll ich das machen? Ja, ich mach die fertig. In 20 Minuten, die muss aber ausgehalten. Wenn das eingebaut ist, bringen wir alte zurück gleich. Ja gut, kann man die auch berechnen. Ja. Ja, wir fahren hier sowieso gleich nach Hause vorbei, wenn das neu eingebaut ist. Ja, warte mal kurz. Да, прикол. Короче, батарейку сейчас зальют жидкость, ну и потом, в принципе, вперед. А, что тут за жирные пятна, майн год. Всякие вот эти вот, вот у меня сколько здесь говна. Проехал, наверное, 1100 километров, он какой бардак. А, убийца насекомых. Кавасаки, убийца насекомых. Здесь тоже что-то грязное, липкое. Ну, в принципе, за 1000 километров, что я проехал по Германии, он еще чистый. Ну, как бы, спереди насекомые, да, а так здесь и сзади, в принципе, он чистенький. Сейчас он ему жидкости зальет. Хорошо, что магазин так работает, да. В субботу до 4, а в среди недели до 6. Магазин такой. Запчасти у них всякие разные, аккумуляторы, автомото, вон, холодильники для машин, каски, мопеды, вороты. Скутер новый здесь продают, да ладно? Я думал, уже перестали. Нет, вот стоят новые скутеры, 50 кубиков. Чувак, 20 минут? Сколько она стоит? 50, короче, под 60. Вместе с фондом 66, что ли? Ну. У тебя дома цешка есть? Да. Тестер, цешка. Да-да. Чтобы этот, допустим, ну, батарея будет работать, кинешь, посмотреть, сколько вольтаж приходит. Генератор дает что-то или нет? Да-да. Мы бы не завели его тогда вот сейчас. Это я тоже понимаю. Из-за этого у меня из-за этого вот эта мысль, что этот у него батарейка внутри все-таки она замкнула. Иди, сходи. Наклоняется, вот это вот соединяешь, он, видишь, ничем не регулируется, то есть только весом машин. Ну? Чем дальше, если слишком резко заглушен. Ну да, надо потихоньку. Да-да. Тут физика работает. Ну все равно, знаешь, колесо лучше ставить всегда. Ну, рама смотришь так вот, ничего особенного, да? Да, ходуном ходит. У него даже, смотри, колеса не подвеска колеса, а у него, смотри, колеса сами по себе стоят на этом уголках. Да, там торсионный это стоит. У меня, короче, если взять вот этот Volkswagen, там амортизаторы обычные стоят. Ну как на машине? Да-да. А вот этот вот, который другой, вот этот, с которым я приезжал, они все так идут более-менее современные. Ну чтобы меньше прыгал или что? Дешевле в изготовлении. В этом прицепе самое дорогое, наверное, вот эти вот штуки пластмассовые. Ну а стопаки еще, стопаки вот эти треугольники могут быть дорогие. 20 минут не прошло, ты не засекал? Я не засекал. Ну у тебя на чеке стоит время, ты же заплатил? Да. Ну он тебе же скажет, я надеюсь, что-то. Сколько фант у него? Старая, наверное, 7,50. 7,50 должно быть? 3,5, да. Вот видишь, 56 плюс 7,50. Ну 10, сколько там время? 24. Ну вот прошло уже, 17 минут прошло. Подожди, открой куртку. У тебя место есть тут? Да, есть. Да, у нас сейчас осталось, в принципе, 1 час 10 минут, и потом магаз закроется. Сдавали их там на переработку или не знаю куда. Ну, по идее, как бы, да. Чтобы мы их не выбрасывали где-нибудь в поле, они берут, тебе продают новые. И берут за него 7,50, чтобы ты потом им принес, отдал старые. И получишь 7,50 свои, как бы, типа в залог, что ли. Чтобы ты получил за них 7,50. Это, как бы, немного, но все равно... Лучше возвращаться на своем мотоцикле домой, где-то его бросать, это нехорошая примета. Начали прикуривать, у него весь сок сразу же пошел, сразу же начал блокировать все. Только клемму убираешь, он глохнет. Это прям уже наглухо посаженный аккумулятор. Ну, в принципе, мы проехали сколько? Час, наверное. Ему все время говорил, не глуши, пускай работает. Eine Ewigkeit später. Was? Das neue Paket ist leer gelaufen. Der Kollege hat es draufgesteckt. Ja. Und es ist nicht leer gelaufen. Jetzt haben wir aber auch Löcher reingemacht, dass die Säure reinläuft. Ja. Das müssen wir leider wieder raus. Okay. Ja. Kumpel von mir hat die auch mal gehabt. Dann hatten wir die von Laden. Und als wir angekommen sind, war ich lecker stummellose. Da lag das Moped auf dem Anhänger. Oh. Nicht gut. Das war nicht gut, ne? Nee. Na, habt ihr... Vorher eine Inspektion gehabt, die Karre. Ja. Dann haben wir verladen, dann sind wir runter nach Österreich gefahren, unten aufgemacht.
Das war eine Stimmenlose. Na gut, dass auf dem Anhänger passiert ist, nicht, dass er sich die Kurven geballert ist da unten. Ja, tja, klar. Hab ich schon 2 Jahre schon. Aber dieses Jahr kein Wetter hier, ne? So viel Regen gewesen letzte Wochen. Ja, ich bin auch dran gefahren. Bei uns ist, da stand ja fast 3 Wochen in der Garage. Keine, kommt's nicht dazu. Und beim Regen macht das gar keinen Spaß. Nee, muss man länger putzen, als es fährt. Genau, genau. Das ist das ja. Deswegen, habe ich 3 Wochen fast gar nicht angepackt. Also ist hier ganze Sterbliche von letzter Sauerlandtour. Einmal nach Kalaassen und zurück. Das ganze Schnauz, alles dreckig. Sag, lass mal. Ich fahre 1000 Kilometer, dann wasche ich. Bringt uns nichts. Weil jede Tour 300 Kilometer ist wieder dreckig. Wow. Жидкость что-то туда не мог зайти, он заново поставили. Диркин где-то сделал. Диркин, Диркин. Леха, Леха загорает. Это в итоге не получилось, он говорит, еще раз надо подождать. Что делать, когда тебе заправляют загорать на этом море? Плюс 6 копеек инфан. Турист в экипе загорает. Отдам потом, но он на мотоцикле сейчас стоит. Сейчас снимем, поменяем, приеду сюда. Человек загорает. Смотри, для чего нужна платформа для прицепа? Для загара. Подожди, его в тени, это догорим опять. Ну вот, то что, блин, солнышко вышло. Сейчас сиденье нагреется. На теплом сиденье неудобно.